Вот у нас, мы сейчас утром встали, сходили за водой, сделали зарядку, помолились, почитали Евангелие. И до завтрака пили. Вы крепче держи, Арсений, крепче держи. Крепче держи. Во. Аккуратнее, аккуратнее. Всегда смотрите, чтобы гвоздей не было нигде, иначе пилу испортите. Ксюша, ты держи нормально, чтобы не шевелилась брюшка. Новую мерку прикладываешь, потом отодвинешь. Что тут? Сложности. Ну я все уже примерил. А что ты здесь вообще? Вот сюда накладываешь, иначе вставишь. Вот она мерка ваша. Вот. Так. Брат, ты можешь это тяпку взять. И носи вот сюда, вот, где черночки лежат. На, возьми. Ты там помогу не бери. Вот он, вот сюда вот. Ксюша, далеко стоишь. Ты далеко стоишь, ему тяжело тянуть на себя. Поближе встань. Вот так, во. Это у нас дрова для того, чтобы печку топить. А на печке у нас сестры наши готовят. Сейчас вот я зайду и засниму немножко их, чем они тут занимаются. Вот сестры готовят здесь. Показать вас хоть немножко, а то вы все время закрыты. Да, подожди, запись идет. Подожди, говорит, запись идет. Вот кастрюли у нас тут. Так. Борщ, каша, подготовка. Вот так. Компот. Чай. Заварку сейчас будем делать для чая. Время у нас есть еще. Все, слава Богу. Слава Богу. Так, не ломай, не ломай, не ломай. Зачем ты? Нет, вы сейчас это перевернуть надо, перевернуть. Переверните ее. Бревно переверните. Ребята, сами возьмите, переверните бревно. Она вас не допилится, видите, она у вас зажимается. Надо его перевернуть. Вот так вот, да-да. А потом допиливать. Вот сейчас вот здесь. Вот так вот сверху. Я вот сейчас прочерчу. Вот так вот, во. Вот так вот все. Вот он, я прочерчил. Вот здесь вот пилить. Это минус. Остальное столбик хороший. Вот так у нас каждое утро. Пилят. Я буду сейчас колоть. Вы это полежки убирайте из-под ног. Зачем ты под ноги? Она тебе мешаться будет. Убирай. Убирайте, убирайте из-под ног. Из-под ног убирайте. Слава Богу, за все.